мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается длительного процесса результатов СВО, ну, конечно, это длительный процесс, может быть, так, но потом вы упомянули о том, что появились новые территории, ну, вот, такой все-таки значимый результат для России.